Как вы считаете, какие нужно в стране в первую очередь сделать преобразования, чтобы мы начали развиваться и жить по-человечески? Построить заводы и все, чтобы у каждого человека была работа. Больше ничего не надо. А возможно это в нашей стране? Да. При нашем нефти и газе построить заводы, на которых будет работать. У нас же все импортное, все. Все на английском языке. Одежда, обувь, питание. Значит, это не наше. А в чем причина-то? Почему не развивается промышленность? Без понятия. Может быть, какие-то внешние враги мешают нам? Да нету никаких врагов внешних. Нету. Это быстрее всего там правительство. Но ведь по телевизору постоянно говорят, то Байден, то Трамп, то еще что-то. Да при чем тут Байден? Байден через океан живет. А оппозиция может влиять на то, что мы не очень хорошо живем? Да вряд ли. Все зависит от президента и правительства. Будут заводы и фабрики, и все. Больше ничего не надо. Остальное мы заработаем. А до этого же зарабатывали. А если люди в стране будут молчать, от этого жизнь улучшится? Нет. Почему? А как они, откуда знает Мишустин, что у меня? Откуда знает Путин, что у меня? Он же, им это не надо, они не знают. Поэтому, оппозиция об этом говорит, но, может быть, мы зря это делаем. Оппозиция говорит в Москве.